Раз, два, три, четыре, пять. Вжух, время Лего собирать. Привет, друзья, подписчики мои. У нас сегодня будет обзор на два вот таких крутых набора. Сразу два. Ролик будет долгий, поэтому запасайтесь попкорном, чайком, печеньками. Присаживайтесь поудобней и полетели. Итак, первый обзор у нас будет на вот такую вот Hide Inside штуку. Это у нас какой-то кафешечка призрачная. Дальше. Hide Inside. Вот такой вот крутой автобус. И перед тем, друзья, как я начну, расскажу небольшую вам предысторию. Объясню, в чем дело. Просто когда я обозревал каталог Лего, да, июль-декабрь, там была серия Hide and Sight. Я немножко сказал про нее плохо, но я тогда не знал, что представляет из себя наборы. Когда я наборы получил, я прям изменил свое мнение, и мне эта тема безумно круто зашла, мне прям эта тема понравилась. Вот, мы были на... Мы с Закупычем ездили на открытие Мира Кубиков. Там мы встретили Шира, встретили Сафронова. Вот, собственно, и там надо было купить набор какой-то за 1000 рублей. Я вот купил себе вот такой вот, получается, автобас. Автобас такой классный купил, с призраками, прикольно. Я пришел домой, собрал его, и я оценил. Мне действительно понравился данный сет и данная серия. Поэтому хочу теперь все ее целиком, кроме школы. Школа мне не заходит. Вот, и после этого я пошел в магазин и купил еще себе вот такую вот закусочную. Хочу себе купить еще лодку с крокодилом и, наверное, еще машину на 3500 стоит. И, наверное, еще этого ученого там лаборатория есть. Вот, поэтому так, набор я уже собрал, скажу вам сразу. И покажу вам кое-что еще. Во-первых, на открытии магазина мне дали вот это. Вот такой полибэг я получил. И я получил еще вот такую вот полибэгушку. То есть, прикольно, здесь какая-то художная курочка, здесь какой-то робот, непонятно, но это для коллекции, пусть в коллекции у меня лежит. И вот такая вот новая серия мини-фигурок вышла. Вот такая раз, а вот такая вот два. И вот такие, значит, два чувака. Смотрите, у меня слабый, как всегда. Ну, это нормально, у меня, знаете. Вот такая у нас получается мумия. Прикольная мумия, вот такая вот. И вот такой вот Pixel Devil. Такой геймер, такой вот он, прикольный. И вот так вот он сзади выглядит. Вот, и я потом, это я купил два сразу там. И я купил еще две такие пакетика. В одном пицца, вот здесь. Давайте откроем. Пиццу купил чисто для себя в коллекцию, а этот просто отправится на полочку моих закрытых вещей. Текс. Вот она пицца. Пицца, пицца, пицца. Так, здесь у нас пусто. Вот. Оп, пицца, пицца. Так, где у нас башка пиццериста? О, вот такая у нас получается фигурка без пиццы. Такая вот она грустненькая. И вот такая вот у нас пицца одевается сверху. Вот так по-красивому. Вот так вот. Кстати, мне его нащупали девчонки из Тойру. Девчонки из Тойру, привет, вы все милахи, напишите мне ВКонтакте. Вот, и значит что, вот так у нас пусто. Вот, давай соберем. Давай соберем. Текс. О, такая, кстати, вывеска с пиццей у меня уже была в каком-то наборе. Не помню где только, если честно. По-моему, фургончик с пиццей. У меня есть фургончик с пиццей, я, по-моему, разобрал его или не разобрал. Не помню, где он. Ну, в общем, вот такой прикольный чувачок. А вот. Все, давайте сейчас я буду монтировать и покажу вам уже то, что у меня получилось из набора с закуской. Итак, чуваки, получился у нас вот такой вот набор в комплекте. 5 фигурок плюс машинка. И еще шла... Вот такая вот инструкция. Hide Inside. Вот, я просто качаю там слева приложение, как раз Hide Inside, чтобы вам показать все фишки данного набора. Вот такой, значит, инструкция, довольно простенькая, интересная. Мне понравилось. Много крутых деталей, много всего интересного. Сейчас я вам зазумлю. Вот так поближе, чтобы было красиво. Так, сейчас я подвину все. И что? Получается, еще шли вот такие вот детальки дополнительные. Их здесь довольно-таки много. Мне показалось даже больше, чем в наборе с автобусом. Мачете разные. Здесь вот ложечка, какой-то датчик. Вот. А, вам не видно. Сорян. Вот так, да? Вот. И здесь еще вот есть такая Кока-Кола баночка. То есть много деталей. Прикольно. Дальше, что касаемо сепаратора. Здесь он рыжего цвета, в том наборе он синего, и это хорошо, но я хотел бы в каждом наборе Hide Inside получать себе синий сепаратор, нежели рыжий, потому что рыжий уже поднадоели. Идем дальше, по фигуркам, по фигурочкам, по фигурочкам. А вот такая собака, призрачная собачка, вот такая прозрачная, присутствует в каждом наборе, она есть и в этом наборе, есть и в автобусе. Не скажу, что это плохо, но могли бы сделать какую-нибудь кошечку. Дальше поставлю пока я вот сюда эту принцессу. Дальше по фигуркам быстро пробежимся. Вот такой вот чувак, жующий хот-дог. Вот такой пиццелюбитель. У меня как раз тут есть... Хей-йоу, хей-йоу, у меня есть пицца, пицца. О, пицца, пойдем, пойдем, пойдем. И вот сзади вот такой вот маленький принт. Там еще есть второй лицо, не хочу ему показывать.
Дальше идет Паркер. Я так и не разобрался, девочка это или мальчик, но прикольно выглядит с таким вот смартфоном. Интересный Паркер довольно-таки. Или девочка, не знаю, но прикольно. Дальше идем. Идет Джейк, вот такой классный в белом костюме. То есть в наборе с автобусом у него костюм красный. Здесь он такой белый, покоцанный, со смартфоном. Джейк, короче, классный, мне прям зашел он. Прям фигурка реально топ. Смартфон, капюшон, нагодится вообще. И персонал, собственно, это официантка, вот такая вот с подносиком. Не. Вот такая вот с подносиком официантка. И вот такой повар. То есть вот. И получается, вот такой у нас набор. И, друзья, перед тем, как я покажу все фишки этого набора, в городе Hide and Sight наступает ночь. Ой, ой-ой-ой-ой. Вау, что, друзья мои, случилось? Случилось превращение обычной закусочной в закусочную, где царят призраки. Призраки напали на Monster High и напали, соответственно, на повариху, на официантку. Причем в наборе с автобусом есть оружие, а вот здесь оружия нет. Просто баба такая, которая орет, призрак такой, да, с кружкой. И вот такой чувак, у которого и лопатка, и мачете, он вообще, он четырехрукий, и вообще мощный чувак. С усами такой крутой, вообще прикольный, похож на лорда Гармадонда. По идее, деталька это должна быть спереди у Гармадона, но она вот здесь вот, да? Вот, также в наборе я забыл показать, еще есть машинка вот такая вот. Ну, вы знаете, они в основном бесполезны, но здесь детали немного, смотрится прикольно. Вот такая вот эктоплазменная пушка, забавная такая. Вот, и вот такая вот еще бампер вот такой вот, 1, 2, 3, к чему бы это не знаю. Фонарь, прожектор, вот такая вот на снизу, вот такая вот на спереди, сзади, прикольно. И, собственно, главная фишка этих наборов в том, что сама закусочная поменяла свой внешний вид. То есть, смотрите, как происходит. У нее вылазит вот эта часть. А, еще не открывается рот, я забыл. Вот такой вот монстр. Типа. Но странно, странно, потому что на картинке показано, что... вот здесь вот на главной картинке показано, что она, видите, как бы боком стоит, и видно, что она стрёмная. А по факту она... это ее максимальное положение, и есть только переделывать полностью конструкцию. Дальше. У нее открывается рот. Сейчас я... Она не разбирается. Такая вот деталька как бы блочная. Вот так она задвигается, так она раздвигается. В этой части стоит аппарат. То ли с газировкой, то ли с кул. Я не знаю, что это такое. Здесь у нас, опять же, баночка с газировочкой. Здесь у нас... Вот здесь прикольно только. Здесь, ну, конечно, наклейка, пожалели. Там в бочке ничего нет. Просто такая прикольная, типа, зубы. Вот, сверху написано «Динер креветки», вот такой глаз, который переворачивается на 360, тут 24 open, бах, и это глаз. Сама вот эта вот устрица, мидия, башка, как бы вот такая, типа, злая, а вот такая, типа, супер злая, такая зеленая, космическая какая-то, да? И вот здесь сзади, видите, механизм, очень даже простенький, оп-оп. Дальше, спереди у нас очень красиво проработанный, сейчас я закрою. Очень красиво проработанный рельеф, то есть это прям круто, они прям заморочились, сделали. И здесь такой вот еще какой-то кустарник, здесь у нас получается какой-то спасли круг, доски принтованные классные. Вот здесь классная штука, типа трава и такая как бы корни от этого дерева, классно такая прям проработали. Лесенка наверх, наверху у нас две бочки, краб, сиафуд. Здесь у нас все открывается, естественно, раз, так, два, три, три. Вот, но здесь обосновано, здесь какая-то шурма, видать, здесь просто такое место. И здесь вот эти доски заложены, забиты. Вот, а получается, сзади у нас труба выхлопная, кастрюли, вот здесь вот у нас оливковая ветка. Здесь у нас все для кухни, все для повара, повара какого-то двухрукого повара. Причем он вмещается вот такой большой, прикольно, мне нравится, классно сделано. Здесь у нас что, ящички, приборная панелька, тут пусто. Вот здесь пока палево, здесь ложечка, какой-то там, я не знаю, сок, газировка, там кетчуп. Вот там, видишь, место пустое, могли бы о чем-то еще подставить, не знаю. Здесь у нас что, кура, яйцо и две рыбины. Вот, друзья, ну и что ж, вот, собственно, был весь набор. Я ставлю прям ему, ну прям, наверное... Ну, 5 из 5. Мне очень понравился, мне искренне он зашел, круто. Поэтому сейчас я покажу вам приложение. Сейчас я его скачал, он долго скачивается. Текст. Мой смартфон. Так, разрешить, конечно. Так. Ну, конечно, окей. Окей, поехали, можно все. Все можно по вашему лего. Так, это JB. JB у меня тоже есть, покажу вам его чуть попозже. Так, что-то она там болтает на своем каком-то непонятном... Давай. Я охотник. Я хочу быть охотником. 100% заражение. Кошмар. Так, и так, и так, и так, и так, и так. У нас это закусочная. Погнали.
Все готово, поехали. Нужно сейчас будет отсканировать... Да я знаю, играю на чистой плоской поверхности. Понятно, начать, поехали. Такс. Ой, собака тут лишняя. Сейчас отсканирую. Сейчас, я понял. Такс. Не могу. Он с другой стороны просит сканировать. Сейчас, just moment. Все, готово. Да, потому что сзади стороны он просит отсканировать, друзья, потому что сзади все остальные фишки. Вот мы видим, полетели призраки. Они напали, они забили эктоплазмой. Очистить эктоплазму. И какая-то мышь там. Так. Так, покрутить надо эту штучку здесь. Поменять свет. Да я понял уже. Так, жмёкаем. Вау! Эктоплазма! Ой, там что-то еще есть, смотри. Ой, прикольно, как красиво. Но видишь, не сильно проработали, конечно. Где эктоплазма? Ну, как-то, знаете, она как-то случайно находится, то есть, давай. Давай еще отсканируем. Ой, монетки, коины, лего-коины. То есть ты вот просто рандомно водишь вот так по экрану, и он должен, по идее... Да, нашел. Отлично. То есть вы поняли, да? Здесь у нас получается красный, хотя это розовый по факту, синий, а здесь голубой, и здесь вот желтый. Мне пишут, кстати, голубой. Где? Где ты? Причем, смотри, это переворачивается штука. Странненько-то сделали. Да, эктоплазма найдена. Отлично. Я думаю, с этим набором понятно. Все, мне набор очень понравился. Здесь вот сверху еще крутится башенка. Вот такая. Чик-чик-чик. Друзья, сейчас будет монтажик, и новый наборчик будет прямо уже на столе. Поехали. Вот такой топовый просто супер фан автобус во втором наборе. Это прям очень круто, это прям очень классно. Мне автобус прям этот зашел больше всего. Здесь еще туалет. Давайте покажу автобус сначала. Просто зацени. Автобус не превращается в монстра, скажу сразу. И автобус просто, посмотри, у него прям все прорисовано. Кулбас, Ньюбери школа, здесь фонари какие-то, здесь у нас бластеры, рок единорога, здесь у нас эти зеркала, да, здесь у нас решетка, здесь у нас дверь. То есть все открывается функционально, все играбельно. Это очень классный набор. Там собака прозрачная, открываем здесь сверху. Бах, здесь у нас что? Правильно, сидушка, руль и как бы коробки передач. Еще собака, это прям вообще топ. Мне прям он дико заходит. Дальше, у этого автобуса есть плазма пушки, плазма гана или крылья, он так может. А может он может космический этот автобус. Он еще может летать. Вот такая пушка раз, и вот такая вот пушка два. Они у нас, наверное, функциональны в том понимании, что красный, зеленый, скорее всего, какая-то функция будет. Дальше идем, и все. Здесь есть лестница, потрясающие эти окна прозрачные, снизу какие-то трубы такие, классные. Сверху эктопушку такая, и здесь есть фишка, видите, красный, бах. Что-то он странно переворачивает, передний может проще будет, странно. Ну вот, в общем, работает. Красный, зеленый, прикольно. Ну, подвисай, да? Передний проще. Зеленый, красный, вообще классная штука, мне прям нравится. И вот такая вот антенна. Райдер, как у Хана Соло корабля. Она, причем, она, кстати, может подниматься вот так еще. И здесь тоже, видите, серая. Но они странно сделали. С другой стороны, видите, как синяя. Могли бы тут добить чем-то и сделать, чтобы она прям полностью закрывалась. Странно, не совсем доделано, не совсем доделан набор. И сзади офигенная функция, выезжающая кабина. Каюта машиниста, здесь у нас что? Мышка, клавиатура, ноутбук, два кресла, микроскоп, сонная кроватка, бутылка, клавиатура, вообще классная штука, не клавиатура, мониторы, вообще классная штука. Дальше идем по деталям, тоже много экстра деталей, да, вот такие вот, получается такая вот инструкция, чуть толще, чем от закусочной, вот такая крутая инструкция. И вот такой вот зелененький сепарейтор. Такой прикольный сепарейтор. Да, вот здесь рыжий, здесь зеленый. С чем это связано, не знаю. Могли бы положить везде. Либо уж все зеленые, либо все рыжие, либо там синий какие-нибудь. Ну, какие-нибудь рыжий, синий и так далее. Странное решение.
Дальше, что касаемо фигурок. Конечно же, фигурка Джейка. Он, я так полагаю, вообще он левша какой-то, мне кажется. Ну вообще да, ты же левый смартфон обычно держишь. Вот такой у нас получается фигурка Джейка. И вот сравните с фигуркой из прошлого набора. Причем, смотри, как интересно, они хитро поступили. С одной стороны, да, тело новое у него, как бы здесь красное, здесь белое. Но шлем его, он везде белый и красный. То есть, если у вас есть торсик какой-то красный или белый, то вам вообще будет прикольно, можно поставить любой торсик. Здесь он у меня добрый, здесь он у меня такой. Дальше, что касаемо фигурки Паркера, она вообще не изменилась, то есть никак абсолютно. Ничего вообще нового нам не показало. Дальше идем. Фигурка мы появляется у нас JB. Вот такая прикольная. То ли деваха, то ли какой-то ученый, который пыжится такой. Очень похож на того, кто ест шурму. Возможно, это JB в прошлом. Такие они оба пухлички такие. Прикольные, классные фигурки. Прям, то есть, видите, ампул, отвертка у него на поясе. Круто сделано. И два вот таких вот строителя идут. Значит, такой веселый бородач раз. И веселая девочка с таким... такой дрелью, типа 2. Вот. И, конечно же, вот такой крутой у нас есть туалет, который они ремонтируют, еще нет. Вот такой вот знак, типа как копатели. И вот такие вот два рыжих таких колышка, чтобы можно было вот так вот сделать. И что, друзья мои, снова в городе Хайденсайд наступает ночь. Ну что ж, наступает утро, и у нас, о боже, монстры захватили автобус. К ним присоединились еще бешеный повар и бешеная официантка. Плюс неугомонный сортир, который стреляет какахами из своего рта. Но у нас уже есть вся команда в сборе. Это получается у нас Джейк, очень классный чувак. У нас есть Паркер, прикольная деваха. Текст, да, и у нас есть JB. Но по большому счету это все. То есть, эти все чуваки. То есть, вот они три были у меня в наборе как бы с автобусом. То есть, единственное, что можно дать, допустим, белого Джейка поставить вот сюда вот. Как-то вот так это сделать. И вот этого вечно жующего чувака можно как-нибудь тоже, я думаю, закрафтить. У него что-то есть веселое лицо еще такое вот. Можно, короче, поменять ему голову, дать ему этот шлем от Джейка. Вот так можно закрафтить его. Штаны от Паркера, от второй. Либо ей не нужны штаны. И смартфон Джейка, еще можно ему дать мачете. Сейчас я покажу, как это сделать. Вот, то есть, если у вас есть два набора, у вас получается в вашем боевом комплекте ваших защитников от призраков уже получается 4 фигурки. Вот такая фигурка у нас получается еще одна. Чем не лего, чем плохо, да? По-моему, отлично. Они, по-моему, вообще братья по крови. Вот, и, собственно, у нас есть главный Джейк, Паркер, то ли девочка, то ли мужик, я не понял. Какая-то JB-пухляшка. И вот такой вот, соответственно, еще чувак, который фанат Джейка, видимо. Вот, поэтому... покажу вам монстров сначала. Вот такая у нас получается девочка с киркой, которая орет бешено, какая-то банши, какая-то... Башка по двух сторонам прокрашена причем. Но странно, что если у нее есть волосы, нафига ей как бы лицо второе было прокрашивать именно в обычное как бы лицо. Могли бы сделать... ну, в смысле, она была сделать лицо, а они сделали как бы типа волосы с другой. Ну, короче, я... В общем, если вы делаете прическу большую, то смысл было прокрашивать ей сзади, чтобы у нее вот эта дырка торчала. Ну, не знаю, ну такое. Вот. Подпишись! И дальше у нас получается руки-базуки. Вот такой вот обычный строитель превратился вообще в адового бородача. У него руки-базуки, дрель, он такой... Причем лица вот у девочек одинаковые. Здесь у этого усы, у этого все-таки какое-то другое лицо. И самая главная часть данной вообще постройки — это такой сортир, вот такой толкан-монстр, который передвигается в таких точках. Пам-пам-пам. Еще он стреляет какахами. Короче, смотри, такие какахи идут в комплекте. Заряжайте их вот сюда, вот так вот, и фиксируйте, сейчас покажу. Не фиксируйте, но, в общем, вот так вот делайте. Вот, чтобы, видите, у вас он был так вот сделан. И потом нажимаете. Пау! И она вылетает. Вылетает достаточно мощно, это прям вообще жесть. Вот, поэтому мне очень нравится. То есть, типа, еще такая машинка маленькая. Уи-уи-уи-уи-уи. Наборы классные, хочу все остальные наборы. Прям вообще по кайфу мне будет с ними, я думаю, да. Вот, то есть, теперь у меня есть закусочка, теперь у меня есть вот такой вот автобус. Друзья, как вам ролик, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А, я же забыл этого прочекать. Мы же тоже можем эктоплазму сделать. Сейчас сделаю. Сейчас я включу снова это приложение. 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 Не-не-не-не-не. Я охотник. Я супер охотник. Автобус. Погнали. Ну и вот, и здесь получается все готово. Ну вот у нас эктоплазм получается вот. Да я знаю, какая-то чушь какая-то. А. Все, автобус у нас поехал. Там он где-то гонит. И далее. Приехал автобус.
Так. Да, на камеру, конечно, показывать не очень удобно. Надо найти эктоплазму. Развернем. Я понял. Странная какая-то штука. Она, видишь, не до конца развернулась, но игра глюканула и, ну, недопильное приложение. Ну где ты? Тут надо на время еще, что ли? Слушай, где эктоплазма? Ее за кадром. Да где, блин? А, она была в колодце. Прикинь, хитро, как я это по автобусу чекал. Ну, в общем, все понятно, друзья. Вот такое было все видео. Такой классный набор, мне понравился. Хочу все остальные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока, скоро увидимся. До свидания.